смотреть все-все-все. Ну и дождь сегодня, конечно, кошмар. Но он не помешал нам здорово провести сегодняшний день. К нам в гости приезжал советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Игорь Николаевич Исулович. В клубе состоялась встреча наших поленовцев с Игорем Николаевичем. Ребята спрашивали все интересующие их вопросы и получали на них интереснейшие ответы из истории и истории из актерской насыщенной жизни. А в конце встречи ребята получили памятные карточки с автографами актера. Хотим еще раз поблагодарить Игоря Николаевича за то, что он приехал к нам в гости. Надеемся, ему у нас понравилось. И в завершении сегодняшнего дня все пошли в клуб немножко пооттягиваться на дискотеке. Ладно, мы пойдем спать. Пока, любимые.